Здравствуйте, с вами Краснова Дина, и в сегодняшнем уроке я расскажу, как сделать типовую операцию в программе 1С Бухгалтерия 8 версия 2. Типовая операция – это уже готовый шаблон, который создается один раз и впоследствии может использоваться для различных операций, по которым не предусмотрены документы в программе 1С Бухгалтерия. Ну и такую операцию мы рассмотрим как начисление процентов по кредиту. В одном из своих прошлых видео я рассказывала, как начислить проценты по кредиту при помощи операции, введенной вручную, и сегодня мы с вами рассмотрим, как эту же операцию оформить при помощи типовой. Для того, чтобы создать новую операцию, заходим в меню операции и выбираем типовые операции. Также можно создавать типовую операцию через меню предприятия. И для того, чтобы создать новую, нажимаем «Добавить». Вот у нас появляется окошечко с новой типовой операции. Давайте внесем название. Начисление процентов по кредиту банка. Ну, то же самое формулу. Сумма у нас будет 100 рублей. Формулы у нас никакой нет. И то же самое скопируем в описании. То есть на правую кнопку мыши копировать и на правую кнопку же вставить в нужное место. Теперь переходим вот на эту вкладку «Бухгалтерский налоговый учет». И здесь нам нужно заполнить проводку. Проводка, я напомню, по начислению процентов по текущему кредиту 91,2, кредит 66. Предположим, что мы взяли краткосрочный кредит. Нажимаем «Добавить» и выбираем в плане счетов счет 91, субсчет 2, прочие расходы, поскольку проценты по кредиту являются для предприятия расходом. Субконта нам нужно выбрать пункт, связанный с начислением процентов. А вот здесь есть отдельный как раз пункт «Проценты к получению». В скобочках «Уплате». Выбираем его. По кредиту мы должны поставить счет 66, субсчет 2, проценты по краткосрочным кредитам. Выбираем двумя щелчками левой клавиши мыши. И в субконто ставим название банка. Ну, банк у нас был АКБ банк, когда мы брали кредит, поэтому выберем его. И теперь ставим сумму 100 рублей. Ну и, соответственно, после этого мы можем данную операцию сохранить, нажав кнопку «Ок». Вот у нас появилась операция, которая будет отображаться в справочнике «Типовые операции». Для того, чтобы внести операцию по данной типовой операции, мы ее открываем и выбираем вот этот пункт «Ввести операцию». Нажимаем вот эту кнопочку зеленой стрелочкой. И посмотрите, у нас выходит типовая операция, которую мы можем провести. И, соответственно, она у нас сохранится в журнале. Ну, давайте мы ее проведем. Чтобы провести, нужно нажать ОК. И зайдем, посмотрим, есть ли она у нас в журнале операции. То есть верхнее меню, журнал операции. Смотрим нашу операцию. Вот она, да, сегодняшнего числа. Начисление процентов по кредиту банка. То есть мы внесли один раз типовую операцию. И теперь мы можем каждый месяц одним буквально движением
сделать начисление процентов по кредиту. Вот посмотрите, у нас все заполнилось. Ну и также можно распечатать бухгалтерскую справку. То есть типовые операции — это очень удобно, если у вас операции, например, повторяются в течение определенного периода времени. Ну и на сегодня все. До встречи в моих следующих уроках. С вами была Краснова Дина.